Вот такая вот канатная дорога, горнолыжный комплекс. Нахожусь в Алтайский край. Вот такие очереди. Регион здесь я только местный. Якутия встречается, Новосибирск. Белокуривка это сама по себе не, как сказать правильно, не основной курорт. Основной курорт, он тут раскидан. Сейчас еду в Горно-Алтайск. Там, смотрю, там как бы такой премиум-класс.